И вот мы приехали на дачу, и эта замечательная девушка будет готовить сегодня плов. Так, сегодня плов в казане. Объем казана 5 литров. Берем 1 килограмм риса. Рис лучше брать длиннозерный, полированный. Здесь 800 миллиграмм в современной упаковке. Надо брать килограмм, поэтому мне приписано, в общем-то, еще 200 грамм риса. Значит, итак, на килограмм риса берем 800 грамм говядины. И примерно такой же объем морковки и лука. Так, все остальное будет по специям. Итак, начинаем резать. Режем кубиком. Мясо обещали хорошее. Надеюсь, все у нас получится. Используем средний кубик. Жир можно срезать. Жир мы отдельно, и он пойдет первым в казан. Такая жировая соединительная ткань, она вся будет тонкая и мягкая. Все. Приступаем к морковке. Морковку лучше резать ножом. Делаем не очень тонкую соломку.
Так, вот такой вот. Вот такое количество нарезанной моркови, половина миски. Приступаем к луку. Лука также полукольцами. Лук рядышком складываем, потому что в казан они пойдут по частям. Пусть узбеки делают как хотят, или кто там, туркмены, любая Средняя Азия, которая говорит, что сначала у нас идет в казан морковка, лук, а потом мясо. Знаешь, смысла в этом я не вижу. Я не думаю, что все... Весь Узбекистан настолько гурманы, что они чувствуют особенный запах или вкус мяса, пожаренного на кашице из овощей. В этих овощах вообще ничего не остается, в принципе. Мы готовим... как нас учит советский сборник рецептур. Сначала карамелизуем мясо, потом добавляем морковь, потом добавляем лук, все остальное. Готово. Так, какой у нас? Любой можно. И говорила, полированный или шлифованный? Шлифованный. Нормальный рис. Откуда он, кстати? Орловская область, не может быть. Краснодарский край, скорее всего, такая орловская. А рис? Ну, это чуть-чуть другой, он пропаренный, но я думаю, ничего страшного. Короче, собрали весь рис, который есть у нас и у соседей. Ну все. Комаров сколько. Можно передвигаться к мангалу. А ты сюда нельзя? Нет. Это надо, блин. Все, я мою рис.
Но все прекрасно знают, зачем моют рис. Вот это вот мутная вода, это лишний крахмал. Зюрин. Он вообще не нужен. Ну и, естественно, всякая пыль, грязь, пустые зернышки и так далее. Все вымываем. Я не замачиваю рис. Ну а зачем его замачивать? Это не горох. Да и горох я никогда не замачиваю. Он прекрасно приготовится. Скорость готовки риса, ну, 20 минут, 30. Вот все. Все. А дальше что делаем? А дальше огонь. Ставим на прогрев мангал. Какой мангал? Котел. Какой мангал? Котел, как называется котел? Казан, да. Значит, после зимы, какой бы она ни была, все равно котел все равно будет вонять. Казан будет вонять от старого масла. Я считаю, что это старое масло надо убирать, потому что это не только не гигиеничное, это еще и вонь. Для этого сотру новое масло. Я открыла просто масло новое, у нас другого нет. Мы специально купили масло на дачу. Масло уйдет на готовку прилично. Где-то, ну, пол-литра, мне кажется. Ну, все умеют прокаливать. Нужно, конечно, еще соль, но соль используется, мне кажется, когда новый обжигается. У нас он уже обжигался. Сколько он? Год 4. Аккуратно, там вода была. Супер. Блин. Артиллерия. Ну, сейчас высыпать и будет все хорошо. Так, я пойду за ухватками. Да. Ну, а что? Ограничений нет. Но самое главное, чтобы не слабый. Потому что нам сейчас самое главное надо прогреть.
Так, временно перемещаем. Ставим крышку на обжиг, потому что крышка тоже была промаслена. И она воняет. Когда мы прогреваем, помимо того, что выгорает старое масло, еще мы заглаживаем поры чугунные. Это полезно для чугуна. Туда надо смотреть. Наливаю масло. То масло, которым обжигали, я вылила, наливаю свежее. Аккуратно, подальше немножко. Закладываю жир. И пошло мясо. Так, уже видно, что масла налито мало. Добавляем еще. Так, на сильном огне. Говорила, не надо было в этой майке. Ждем, когда будет румяное мясо. This might be right. Either you feel it or you don't. Might give it a try. Somebody told me I should hit and run.
уже лучше. Осталось только, судя по всему, жир. Влага вся выкипела. Так, еще подрумянится. В принципе, я могу сейчас, тут такой румянец-то он слабенький, но он потом будет готов уже, когда в готовом блюде оно будет румяное. По идее, ты можешь идти подключить его, а снимать вот эти периодически, когда я буду закладывать, например, овощи. Ну, он, в принципе, уже даже и пора. Все, отойди. Кладем морковку. Блин, горячий какой все. Перемешивает. Так они потом перемешивают. Пускай другие делают, как они считают нужным. А мы как мы считаем нужным. Еще масло. Этот жир лучше выкинуть. Собаки какие-нибудь придут и сожрут. Я найду съем. Так, лук. Лука. Так, уменьшу-ка я огонь. Попалось. Если вам кажется, что овощей много в этом казане, то это вам кажется. Овощи здесь норма.
все, теперь ждем, периодически помешивая, пока овощи осядут. Ну, минут 15 максимум. Так, подготовим наши специи. Так, это был набор. Ну, мне кажется, все равно мало мне вот это вот узбекский мальчик тут намешал. Я просила на килограмм риса, но здесь, по-моему, маловато. Ну, все знают, какой там набор идет. Перцы, хмель, сунели, аджика, я думаю, красный молотый и куркума. Естественно, можжевельник. Ой, можжевельник, барбарис. Все равно я все-таки барбарис еще побольше взяла. А вот это вот кумин, по-моему, индийская пряность. Ну, ничего, она не помешает. Все равно я еще взяла паприку. Мне кажется, этого набора будет недостаточно. Еще куркуму и еще аджику. Это нужно, потому что плов должен быть и острый, и пряный. Не упади. Так, также у нас сушеные. Что это? Кешью сушеные обязательно. И чеснок. Чеснок он чистенький, крепенький. Мы его разрежем пополам и воткнем в рис. Вот это все. К сожалению, нет у нас айвы. Ну что, теперь плов не делать, что ли? Придется вот как-то без айвы. Овощи должны быть пропассированные. Готовность пассированных овощей. Господи, все улетает. Мы определяем все самостоятельно. И поперчить. Прям пахнет. Нет, сейчас немножко. Когда будет это все готово, мы будем специи закладывать сверху на рис. Потому что вы все увидите, в какой-то последовательности идет. Я считаю, это оптимальная последовательность. Пока перерыв на 10 минут.
Все, выравниваем поверхность. Уменьшаем еще огонь. Так, берем рис. И выгружаем его в центр. Мы покроем все мясо и стараемся сделать все равно какой-то конусик. Так, теперь наступает у нас ответственный момент. Не уронить бы. Так, вот идут специи. Специи особо жалеть не надо. Ну, неплохое количество, но я все равно добавлю куркуму. Потому что она придает все равно свой интересный аромат и вкус. Так, паприку молотую я уже не буду, еще вот этого, это всегда здорово. Что это? Это у нас барбарисик. Не знаю. Так. Молотый красный перец еще побольше, но всегда к мясу. Замечательно, прям у нас индийская феерия по цветам. Что может быть лучше? Обязательно орешки. А что это за орешки? Кишью. Что? Кишью. Точно. Посолить. Надеюсь, не пересолила. Теперь чеснок и они мелкие, лучше тогда взять 4. Так, но сначала надо залить воду. Так, я вам воду приносила. А, вон там место. Так, сколько льем воды? По общему правилу, количество воды должно быть до верха горы, не доставать на 2 пальца. Поварских.
Так, там у нас внизу достаточное количество масла. А сверху его нет. Ну, я бы сказала, маловато. Добавим еще немного масла. Так. Это и есть. Теперь закладываем чеснок. Чуть-чуть утапливаем. Когда будет расширяться объем риса, чеснок будет прям внутри. Так, ну, по-моему, все. Теперь берем крышку. О, ничего себе, пауки. Как они быстро. Что-то тут было. И муравьи. Все, закрываем крышку. И забываем. На? Минут на 30, это точно. Так, что по поводу масла? Вот, видно, практически пол-литра ушло. Надо проверить уровень кипения. Я... Горячий? Пар. Ой, еба. Ну, кипит, кипит. Ну, еще рано. Ой, я чувствую запах. Тридцать минут. Нам надо оценить готовность. Нам снимать. Да? Да, надо бы еще посолить. Все. Что вы забыли здесь? Да Гера идет сюда. Идите вон туда. Ну, возьми за ухо и отвези отсюда. Жижа. Ну все, готов. Сейчас еще постоит. И можно есть. Так. 10 минут на отдых продукту. Все, можно собирать. Все приготовили. О! Плов отдохнул. Вот это на пол. На пол. На, показывай.
открывай давай. Смотри, горячий нет. Вот у нас, господа, что получилось. Точнее, у Ольги. Сейчас отожрем. Так, ну что, пробуем. За плов. Я думал, с документом. С документом потом. За плов. Вот что, нормально постояло. Все равно говно. Да, можно было пожирнее. Столько масла было. Ум отъешь и жопу в кровь расчешешь. Ну, по мне, так рассыпчатый. Не, нормально, я офигенный. Наверное, соли не хватает. Помидор. Все нормально. Это мясо замечательное. Да. Ну что, поднимись, света мало. У меня сейчас свет. Барбарис. Ну, по мне так, да, мало масла и соли. Не, офигенно. А его не хватает, конечно, но не сезон, господа, не сезон. Чего не хватает? Айвы. Да, она бы дала кислинку дополнительную пикантность, у нее еще и запах. Да. Очень хороший аромат. Это дикое яблоко, да? Или как это называется? Ну, это айва, как хрен его знает, что это такое. Напишите, кто знает, что такое айва. Может, это не яблоко даже? Это не яблоко. Ну, из этого семейства, наверное. Окей, Google. Что такое айва? Залип. Интернета нет, да. Зато дрон летает. В натуре. Зато дрон летает, как... Сегодня даже в балкон залетел. Целый. Нормально по соли. Вон, это, помидоры посыпи. Я посыпала соли. Ну, помидоркой. И с помидоркой кушай. Заебательски. А тебе орешки попались? Конечно. Обалденно. Разварились такие прям. Ах. Мать его. Свистом лет уже. Да. Ни риса, ни плова.
эту грубую пищу не ели. Ну, пришли на почту документы, вызов из Польши. Надо бы за них тоже выпить, чтобы быстрее открылись визовые центры, чтобы мы быстрее подали документы и... Побыстрее. Все, ваше здоровье. Это был сумасшедший. Разъел железную крышку от пёса. Он был очень вкусный. Ну, наверное, да. Подумаешь, губ пощипала. И горло пожгло, да. Трусы спалила. Втором расскажу разницу, сделаю маленький обзорчик сумки. Блин, на туре самая лучшая сумка. Вот, ну и все. За что пьет? Ну, клевая обратно. Хуй его знает. За здоровье. На здоровье. Да, пока сидели в карантине, плешиво учили польский язык, пересмотрели весь YouTube, записали много мест. Огромное количество. Будем ездить, летать там дроном по Польше, по Германии, по Испании. Много мест, интересных мест, может. Много интересных мест, но что просто, я же попросту не буду говорить. Амстердам, везде. Полетаем на дроне, пофоткаем фотки. По видике. Да, Польша одна что стоит. Там, наверное, хватит роликов. Лет на несколько, это точно. Вот. То, что есть сейчас, их много очень. Конечно. И это не предел. Ну, опять же, несмотря на то, что они сейчас есть уже, там кто-то что-то одно свое покажет, мы что-то другое, с другого ракурса, другие истории какие-то найдем. Точка зрения разная у всех людей. Вот, мы через свою интерпретацию. Также расскажу тем, кому надо свалить, как это лучше сделать. Мы сначала пройдем этот путь. Информации накопилось очень много. Я бы сказал, да хуя. Ну, сейчас еще особенный период коронавируса. Да, тем более мы тут сидим. Дополнительные сложности.
как на иголках. Откроют, не откроют. Не откроют. Закроют. Придется к батьке в Белоруссию, а там с зубрами, короче, через Беловежскую пущу порваться. Там есть одноколейка. Вот, нет, там есть одноколейка, узкая. Да, узкая или узкая, или одноколейка. Которые в лесу возили. Ну ничего, мы найдем немецкую дрезину и съебем. Ну а что делать? А что делать? У нас проплачено. У нас проплачено, у нас все проплачено, у нас даже документы пришли. В понедельник я их поеду получу и все, и фу. Как по-другому? Меня нельзя тут оставлять, я очень опасный человек. Не хотим. Хотим. Нет, здесь не в этом дело. Не, мы хотим. Почему не хотим? Мы хотим. Блядь. И все. Там еще какая-то есть. Да? Страшная давай. Штука. Давай страшную штуку. Мы сегодня нихуя не подготовились. Абсолютно мы. Абсолютно. Просто какие-то. Мы сюда ехали. Нулевые. Нулевые. Обнулились. Обнулились, да, это. Как ее? Как ее? Нет. Да хуй с ней с конституцией. А что еще? Вот эта мумия с хуйней на голове. Терешкова. Обнуляторша. Сказала. Это не мумия, это зомби. Ну зомби. Потому что у нас апокалипсис. У нас еще цивилизация своя. Ну да, она сказала, обнуляемся. Вот мы сегодня обнулились и приехали безо всего. Укропа не купили. Укропа. Зелень, это же так важно. Конечно. Ну, короче, думали мы. Сейчас быренько приедем. Быренько замутим пловчик. Да, быренько, короче, перекусим. Или даже понюхаем. Не перекусываю, валим домой. Что это? Блять. Какой-то сатанизм. Балантайнс. Блять. Вроде вискарь, но я знаю, что это говно, блядь. Ну, это понятно. А эту легендарию... О, мне уже страшно. Ладно, поставим легендарию сюда. Все старые запасы, ребята, до карантина. Наверное, да. Короче, блядь. Балантайнс это... Да, это жесть, короче. Ну а что делать, когда водка кончилась? Водка, кстати, тоже пакостная. Но! Самое главное дожить. Да, не... Весь пакостный алкоголь, короче, нивелирует плов. С этим пловом любой алкоголь будет... Немножечко получше. Есть продукты, которых не есть продукты, которые, короче, лучше с алкоголем, а в этом случае алкоголь лучше с продуктами, с этими. И вот чего. Не тот там, замутит. Не, ну... Ты помнишь, как это? Если Михаил? Еда, если еда говно, ну, плохая, с водкой выпил там, закусил еще раз, следом выпил, все, смылось, и все, чтобы, ну, вкуса не чувствовать. Закуски, ну, сосиски какие-то там, дешманские. Как вот этот блогер Аширин зовут? Михаил или что? Михаил, да. Михаил, да. Что говорил Михаил из... Михаил, куда шнягу? Соседи. Блять, он дрон от других соседей достал. Тот хороший сосед. Тот Воронин. Хороший, да. Кто, вот тот Воронин? Нет, за спиной у тебя.
Нет, у меня дрон вот туда улетел, в Воронину. Да. Вот тут диагональный сосед. Сосед диагональных, мы фамилию не знаем, они новые. А вот эти вот, забыл, как называется, там... Ну, короче, мы весь трипер кидаем туда. Это не трипер, это биоразлагаемый. Да. Так вот, Михаил говорил, что... Да. Что? Он Лустян. Будет... Кто это сделал? Ширин. Значит, он опять же говорил, это не свои слова, естественно, мы цитируем, опять же, со ссылкой на него, но это не его слова. Значит, по поводу закуски и выпивки. Так. Мне уже интересно. У нас, ну, в принципе, они... Судя по блогу, любят выпить, но они любят и знатно закусить. Ну, конечно. Это прям важно. У него свой ресторан был. Да, и над закуской надо поработать, если вот ты хочешь грамотно выпить. Поэтому наша выпивка оставляет желать лучшее, но мы были нулевые. И оцените нашу закуску, которая... Ты просто... Я понял. Ты просто не поняла, что я хотел сказать. Я поняла. Я просто хочу, чтобы было все гармонично, а не скрашивало. Ну, к сожалению, такое очень редко. Потому что мы дети Союза Советских Социалистических Республик. Потому что и мы ничего пилоты. Не небо наш родимый дом. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Первым делом... А почему ты не в локоть? Я хотел в подмышку, потом в пах, короче. Потом подумал, что, блядь, я не акробат. Да. И решил так просто. Себя. Мы первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек потом. Художник? Ух ты, блядь, надо велики убрать. Надо все убирать, да. Все, давай. Чтобы меньше дождей было. Конечно, заебали. И 14-14 с февраля по август, наверное, будет. Меня нелегко заебать, но они меня заебали. Да ладно. Да ладно. Ужасный виски. Но с другой стороны, хорошо, что... Дождик только сейчас. Вот такой что... виски не стыдно запустить огурцом, блядь. Самое главное, мы закончили готовку, и это да? Слава. Пять. Вот что там. Господи, как же хорошо на даче. Ни ветерка, тишина. А ну дальше. Другое вот. Пойду закачу. Да, дело то, что дождь пошел. Конечно, херово. Самое главное, чтобы дача была не дачей показаний. Хорошо, что я настояла на том, чтобы мы все-таки готовили плов. Ты же радостно, что он удался. Потому что основная как бы вещь — это то, что он на огне, на живом. Блять, еще и мангал закрыть. Сейчас там цемент получится.
еще. А там от клещей, я же сказал. А я думал, ты это брал. Нет, я там красный увидел. Угу. От клещей, блядь. Это от всех друзей. Вот это вот от всех друзей. А чем я брызгал? Может, себе пару пшиков сюда вот и... Я никогда такими штуками не баловалась. Коронавирус? Я думаю, коронавирус? Я, пускай лучше мне клещи сожрут, чем я вот этот вот внутрь. Ох. И скайка? Да, давай. Давай. Что ты сидишь-то? Ну, что я сижу? Сижу и туплю, что? Что сидеть? Все, мангал закрыли, велики убрали. На дроне полетали. Что у нас там из основных законов философии? Суета, сует и всяческая суета. Такого нет закона. Я тебе как основной законник философии говорю. А что это? А, ну естественно, не это. Это да. Чьё-то крылатое выражение. Да, да. А, значит... Ну, хорошо, я, конечно, знаю эти законы, но надо ли говорить? Мы будем философствовать тут вообще? Нет, философствовать не надо. Греки, давай, там, вот, кто мы? Давай поедим хорошую еду и попьем плохую выпивку, короче. И дорежем помидоры. Еще вы порезаете? Нет, ну, пока хватит, конечно. У нас есть достаточное количество. А, какой там ферганский плов? Какой еще ташкентский плов? Это как пельмени. Ну да. А это харпуновский плов. Дачный. Да, это мы вот здесь сидим, это Харпунова. Дачный, говори лучше. Нет, дачных их много. Дачев. Мне нравится. Ну, обалденно. Не то, что нравится, обалденно. Потому что раньше то, что мне получалось, они были какие-то... Каша? Наоборот. Чего? Они были... А помнишь, как мы вот в прошлый раз готовили, прям 2 дня готовили? Пол? Ну, да. Но он все никак, вы, никак. А, так там что-то косяк какой-то, вот... да. Или с рисом, или с мангалом что-то было. 40 минут прошло, рис никакой каменный. Час прошел, каменный. Полтора, каменный. По-моему, мы экспериментировали с температурой. Нет. Нет? С температурой все было в порядке. Блять. Тогда я не знаю. Я тоже не знаю, это просто какой-то вот... Я думаю, это китайский поддельный рис. Из пластика? Да. Ну, это из теории заговора, мне кажется, все. Ну, как такое может быть? Ну, давай. Наверное, про трубу никто не слышал, я не знаю, сколько эту запись ну, горела. Ну, конечно, вырежи. Ты сказал, че, уже захочешь, надо 3 рюмки. Ну, 3 рюмку, все, водки кончилось, вот пошла вискаря. Нет, пошло говно. Ну так, да. Огурец, универсальная закуска. Что-то непонятное с камерой. Взяла, прервала запись. Блядь, устала я там писать. Смотри, и картинка стоит. Какая хорошая. Да, я вижу, такая красноватая, отличная. Да. Мне тоже нравится. И самое главное, у меня после таблетки перестала голова болеть. Этот миг. Может, после вот водки нет, какой-то? Нет, нет. Просто я тебе не говорила. У меня Марин же взяла таблетку. Мне повезло. Надо будет с собой туда тоже купить. Ну что, ты думаешь, в Польше нет таблеток? Я думаю, в Польше надо идти к врачу, чтобы взять таблетки. А ты не думаешь, что тебя на таможне прошмонают, короче? Мы немного возьмем. Таблеток немного? Да.
Давай лучше за таблетками в Амстердам туда съездим. Мы там ляжем. Мы потом встанем и пойдем дальше. Ну это будем не мы. Ну и что? Ну, с другой стороны, Амстердам это не Индия. Нет, что? А хотя хрен его знает, Амстердам это Африка, по-моему. Это что? Блять, там одни эти... Негры? Вот кого душили америкосы недавно. Негры? Да. Не негры, а эти, а марокканцы. Ну, марокканцы, кстати, вроде как это. Черные, черные. А, ну вот... Африканцы. Там же смысл в чем? Так. Бельгию и... Ну, ты будешь писать? Бельгию и Нидерланды во время войны хорошо нахлобучили. И они завезли марокканцев. Это вот мне Миша рассказал, который в Бельгии жил. Я так поняла. И они завезли марокканцев, чтобы восстанавливать весь этот колхоз. Ну это как... Когда? Немцы. Когда? Завезли турков. Вот. Ну, но только то турки, а это, блядь, марокканцы. Вот я и хотела вот по поводу этого нюанса поговорить. Турки немножко... Не угоняют? Не африканцы. Нет, у меня прям сок заполз. Вау! Он такой вкусный. Я тоже сок хочу в глотку. Это же гречный сок. Или желудочный сок? Огуречный. А, огуречный это хорошо, желудочный это плохо. Ну, надеюсь, мне это не грозит. Сейчас прикурить? Нет. Вот. Я сейчас себе еще пловчик положу. И я. И ты? И, наверное, съедим мы его за ночь здесь. Ты что, у меня лично порция козловой. А она нам что? И она нам в хорошем настроении. Шампанское. Блять. Хорошее настроение, сам себя организую. Как? Бутылка водки. Это вот плохой симптом. Да, ну не совсем. Ну не полная бутылка водки, ладно. Не хочу даже об этом говорить. Блин, ну надо же, я столько влила в плов масла. Да он хорош, а он отличный вообще плов. Он бомбический. Что-то масла маловато. Ты же сам говорил. Я не говорил. Не говорил, но я только говорила. Все, записано. Ладно. Это хорошо, что все записано. В этот раз у тебя не выйдет ничего. Технологии, мать их. Да! Стареем. Или молодеем. Я не знаю, что мы делаем вообще вот в этом аспекте. В аспекте? Адаптируемся. О. Адаптируемся. У нас сейчас самая хорошая ситуация. Ой, не говори так. Я уже боюсь. Почему? Не, ладно, все. Если он не гадал, пока мы, кофейной гуще. Пока мы не свалили в... Короче, куда надо. Мне снились пауки. Философских роликов я выкладывать не буду. Не надо. Иначе закрою к хуям. Да и хорошо, если к ним. Да.
Не, если к пиздам закроют, еще лучше. Я шучу. Я уже старенький. Да здесь не в этом дело. Что хуже? Ты это... Что там начал? А, ты куришь. Мы сейчас еще помешаем там и выложим. Конечно. Все выложим. Нет, не все. Все мы не сможем. Нет? У нас нет хлеба. У нас нет, короче, нормального бухла. У нас из нормального только рис. Мы не люди. О, не рис, блядь, плов. Как ты так мог? Ну я ж бухой, ты мне же простительно. Исходник. Мне вот простительно. Назвал. Ну, исходник, чё. Это даже неприлично. Это хуже, чем вот мат. Ждите. Жду. А, мы еще с собой взяли плащи от дождя. Я сейчас не буду его показывать, но обзор я сделаю позже. Ну, он прикольный, конечно, он прикольный. Дождь не проникает, но, блин, есть нюансы, о которых я расскажу. Нюансы есть всегда. Нюансы есть всегда. Да-да. Блять, да ты не то. Разве ты это? Да это то, это то. У нас все есть, у нас ничего нет. Подожди, я сейчас помидоры помою. Мои? Доставай. Вот их положила. Они отложены. Отложены в яйца. А помидоры не могут быть отложены. Отложены, может быть, запуск чего-либо, кого-либо. Может, на музыку чуть-чуть? Музыки... А интернета нет, мы на даче. У нас радио. Радио. Да сейчас ты там по радио поймаешь пропагандонов всяких кремлевских. Да вот еще. Ну а чего? Мне не нужно вот эти трахтелки, мне нужно какой-то. Сразу голосовать пойдешь. Нет, что там у них? То есть не у них, у нас. У нас там. Кто там из композиторов? У нас там где? А, у нас там Фредерик Шопен, вот, Шопен, мать его. Возможно, по радио передадут Шопена. Да нет, невозможно, неможливо. Нельзя будет пропустить. Можно, нужно. Говно нас спасет. Нет. Давай докуривай, давай нам плов, короче. Давай, потом придвину поближе. Да. Кстати, да, кто заболел коронавирусом, тот не чувствует запах. Как говорят, вот я в каком своем ролике сказал то, что изо всех знакомых у меня никого нет заболевших. Так вот, вроде как появились двое.
двое больше вообще-то. Двое? Из знакомых? Ну да, из знакомых. Ну а что, кто еще? Мирон. Все? Ну да. А соседи туристы? А это кто и что? Туристы из соседнего кабинета. Не знам-то и особо. Ну, мы контактируем. Это не мои знакомые. Это по работе. Это вообще не знаю кто. Они переболели, что ли? Дети их переболели. Блять, еще и даже не они сами, а еще и их дети. Давай. Свою так я что информация такая, что... Ну, она может реальная. Легко, легко подвергнуться. Ну, она реальная. Они были в этой в тоске. Так я вот тоже в тоске, пока визовый центр не откроют. В тоске. Все в тоске. Не в тоске, только кто добровольно сейчас на эти, на голосование собрался. У них все радужно. И прекрасно. Как говно из жопы на этого единорога. Не, не единорога, а кто там? Не отобьешь кусок мяса хотя бы? Давай поищу. Че найду все мое? Здесь морковка такая. Ты че там, куличики что делаешь? Сидишь? Заигралась. Так нравится. Да не, обалденный. Ты давай, а то уже сейчас состынет. Там мясо-то хотя бы есть. Да откуда я знаю, блин, мясо? Я сейчас искать у тебя полезу мясо, я же его найду. Я же обещал 800 грамм, что это достаточно. Ну да, достаточно, нормально. В плове мясо не главное. Я сейчас пойду за кофтой. Давай. Прохладно. Я говорил куртки взять. Завтра 26. Какие куртки? Да, я говорю, курточки возьмем. А потом, когда прохладник, что да ладно, блядь, что терпимо. Конечно. Такая сила кругом. Как наши глаза. Как тоска. Сам ты тоска. Блядь, ненавижу дачу. Эко. Эко. Эко ненависть к даче. Нихера себе. Что это? Фейсбук. Ужас. Блять. Кто по доброй воле блондает? Откуда он вообще взялся у нас? Я думаю, подбросили демоны. Прям, да. Какой-то прям... Балантайс. Жижа. Наверное, да, в ведьминых этих плясках используемые. Ужас просто. Да, оно здесь морозилось, наверное, 2 года, если не больше. Да, а что с ним будет? Блять, хуже оно не стало. Может быть, даже стало лучше. Ну какой обалденный плов, а? С другой стороны, его можно назвать диетическим. Кого? Плов. Да ты чё? Ну жира же мало, но он рассыпчатый. Ты жир сама на огород выбрасывал. Собачки, чтоб пришли, съели. Парадокс. Фу.
морской ком стоял. Ой. Уже час, наверное, да? Он все равно не стал кашей. Нет, обалденно. Абсолютно. И причем мы заметили, вот чем больше он стоит, тем он становится лучше. Его лучше есть завтра. Лучше, да, лучше завтра. Лучше сделать сегодня, съесть завтра. Он впитается, набухнет. Я говорю, впитается. Говорю, набухнет. Ну, сейчас не слышно, что она говорит, но она говорит похабщину. Вообще, вот каждую рисинку... Ай, блин, замечательно вообще. Мне тоже кажется, что... Не знаю, раскрывать ли секрет. Не надо. Секрет дорог к моменту. Обалдеть, кишью так прям впитали жир. Там это нюансы имеют значение. Ну, они всегда имеют значение. Ну, конечно. Очевище. Это слово. Почему? Я не знаю, потому что, наверное, оно очень часто произносится. Его. Тут херня, которую мы смотрим на Ютубе, она подтверждает очевидность, в отличие от телевидения в целом. Ну, просто мы, наверное, смотрим тематически. Ютуберские вещи. Во-первых, это без рекламы. Во-первых, это без рекламы. И это основное. Во-вторых, там, если Плешиву показывают, ее показывают, ну, в адекватном цвете. Мы все равно закрываем глаза и уши. Да, у меня реально прям аллергия. Это невыносимо. Аллергия. Я чувствую, что если еще 2-3 политических передачи. Я думаю, от кремлевских пропагандонов, я буду покупать лекарства от аллергии. Да, лекарства по-любому будем покупать. Не, зачем мои нужны? Вот, вискарика. Ну, дезинфицирующее. Че? Дезинфицирующее. А, ну да. Дезинфекция. Блядь, я что-то не пойму. Стекло. Стекло, да. У меня просто есть маленький бутылек такой. Он, можно сказать, единственный из маленьких бутыльков, который из пластика. Все уважающие себя вот фирмы делают стеклянные бутыльки. Ну, мне обещали даже. Что ты, милый, смотришь искоса? Я вот думаю, что нам стоит вернуться года через два. Бутыльки сохранятся. И их вот, не знаю, хорошо. А вдруг мы год через два вернемся, а нас расстреляют? На границу прям. Значит, мы перестанем жить. Значит, нехуй взворачиваться. Нам бы все-таки все брать килограмм на килограмм. То есть эксперименты проводятся до сих пор. Ждите результатов оптимальных. Хорошо. Вы же не сделаете ферганский плов, потому что вы не живете в Фергане. А кто там живет-то? Ферганцы.
Где вы их тут найдете-то? Вот тут нет. А фергане есть. То есть фергане, я так понимаю, можно сделать ферганский плов. Но мы туда не поедем. Мы туда не поедем. Со своим пловом. Со своим-то пловом мы туда не поедем. Наш-то плов нас устраивает. Они там начнут как вот, вот впаривать какую-то вот фигню. Нет. Да нет, обалденно вообще. А вот еще. Вот сок от помидоров. Помидоры бежат готовить. Не, ну классно. Ну, пока не приготовится, тут уже. Нет, помидоры бежат. Яйца не то что посидеют, полысеют. Не стыдные помидорки. Вот. Да черт их знает. С бензопилой что-то куролесит. В последний день без карантина мы с Кнопкой заходили в грузинскую кухню отведать этой, как его, хачапури. На следующий день уже был карантин. Таких, как мы, там было немного, от всего 2,5 человека. Да. Вот у тех людей вот там помидоры. Блин, это я вот так с огородом зашел издалека. Но вот у тех людей можно было есть помидоры как отдельное блюдо. Вот это были помидоры. По факту, это был последний вечер. Без? Не без, а... Путинтина. Даже не знаешь уже, как эту эпоху назвать. Если у нас тут отдельная цивилизация, да? Не, она у Собянина отдельная цивилизация. Нет, она у него. Ну... Она не у нас. В любом случае это не у нас. Что там у нас плов? Сейчас ему вот, надо как-то грамотно еще посолить. Ну отлично. Скончится, ты все сделаешь. Ну конечно, запах гвардейский. Так мне попадалось мясо. Да, и во второй раз тоже? Во второй раз не особо. Вот в первый раз было мясо много. Вот мясо, наверное. Вот мясо. Нет, это не было. Вот я думаю, что все-таки мало, 800 грамм. Нормально. Плову не нужно мясо. Здрасте, ваша тетя. Ну, это не фишка плова. Вот мясо, кусок лежит. Ну, хоть один лично кусок. Мне, лично, вот еще один кусок. Лично мне, вот чем меньше мяса в плове, тем лучше. Но все равно он сочный. Он обалденный. Давайте, ребят. Через все картовые. А, да, это модно.
никому не рассказывайте, что я виски огурцом закусываю. Хотя, блядь, это не виски. Огурец пускающий. Ой. Да, особенно когда горячий. Да нет, он даже разогретый хорош. Он даже лучше, чем вот. Лучше, он настоялся. Конечно, он настоится. Счастье есть. Счастье есть. Его даже больше с пловом, чем с этим. Шашлыком. Конечно, шашлык он уже всем надоел. Шашлык. С голодухи. Шашлык он. Не, он хороший, когда, ну, знаешь, зима. О, неохота вот с этой ебалой всей возиться. Чем за зима? Ну, мангал там вытащить, там еще что-то. Это все разжечь там на морозе. Зимой не будет плова. Я тебе про шашлык. То есть зимой ты шашлык не сделаешь, потому что, не, сделать-то можно, но это будет перзац. Надо использовать подручные средства. Вот потому, блин, шашлык, он хорош, вот, ну, скажем так, первые посещения дачи, когда я уже не сезон. Впадло, да, не впадло, вытащить мангал, уже не холодно. Уже там как-то мясо намутить, пожарить, съесть. Вот так один раз, два раза, да? Ну, блин, три раза. Три и раза все. Тоже нормально. Да, вот я говорю, и все, шашлык надоедает. Шашлык надоедает. Потому душа хочет еще... что-то большего. Есть еще коптильня и... Чего-то большего. Да, вот давно не коптили. Казан. Есть еще этот вертел. Рульку давно не делали. О, какой плов. Обалдеть. За такой плов я родину продам. Хотя нет, родина это слишком мелко. Какая родина? Да, вот я тоже подумал. Ты хуже меня. Какая у нас может быть родина? На родине что должно быть? Нет, жить. Патриоты. Ну, для патриотов родина. Ну, подожди, здесь еще есть такое слово «отечество». И патриотизм. Патриотизм? Граждане. Это, нет, это уже политика. Почему политика? Внутренняя, вот в первую очередь. Именно так. Нет, вот сейчас тьфу-тьфу-тьфу, а вот вдруг нападет кто-то, да, на Россию, они ж эти верещать начнут. Патриоты, вставайте. Ты же понимаешь. Давайте защищать. А что защищать? Да нет, ты же понимаешь. А защищать то, чего они у нас напиздили? Никто не нападет, так же, как и мы ни на кого не нападем. Вот на Украину и... напали. Крым аннексировали, а ты говоришь. Да и хер с ним. Да и хер с ним.
Это их политика. Мы не, мы вообще ничего не знаем по этому поводу. И я считаю, что мы в стране. Ну как в стране? Блять, я из-за этого Крыма перестал есть нормальный сыр и нормальное мясо, блять. Ты что несешь? Как какой это? Сыр из Крыма? А. А, блять. А. Угу. Вот и а. Вот и хуйна. Не, я не тебе. Я не тебе. Я, в общем. Вот зачем мне этот Крым? Я сыр не ем. В политику вот. Нет. А политика какой? Какая может быть политика? Я не делаю там анализ там. Вообще, давай просто остановим на этом. Ты откуда у тебя эти жесты? Интернет, смотри. Ю. Инстаграм. Ну давай хлопнем тогда. Я же не со стороны политики, я как обычный обыватель. Да я знаю. Ну. Но лучше таких тем избегать. Почему? Потому что или ты. Где мой сыр, блядь? Или ты политик, или нет. Где мой Монт-Вюли? Нет. Блядь. При чем здесь политика? Я хочу хорошо пожить, я хочу хорошо пожрать. А мне дают, блядь, импортозамещение. Мы с тобой были на выставке сыров. Не помнишь ли ты случайно, сколько там стоил килограмм сыра? Это была не выставка сыров, это был, ну, очередной вот этот, да, разгон для халявщиков, да. Не для халявщиков, а для импортозамещателей. Нет, дали подзаработать ресторанам и кафешкам. Да, суть не в этом. Под эгидой импортозамещения продавали российские сыры. Ты помнишь? Это, да. Вот помнишь. Это так. Да. Мы с тобой там мимо проезжали, заехали. Мы специально туда поехали. Ты помнишь, там лежит куча говна и стоит она 4000 рублей. Мы задокументировали этот факт. Да. Это сыр в рот не возьмешь, блядь. Прикончился. Как цветлей стал, что ли? И это я скорпя выпил. Блеск в глазах. Зачем ты мне? Не можешь, не в ухо бьешь. На профилактике. Пойду. А, ты меня так слышишь? А вы нас видите? А мы вас нет. Что там? По школе с фонариком ходит. Посрать ищут где. Нет. Или насрали везде, ищут, чтобы не наступить. Ну, насрали, забыли. Сапожкова отличается... Умом и сообразительностью. Нет, матершинностью. Ага. Поскольку шухера нет, значит, у них все хорошо. Ну, отлично. Дети выросли. Туалеты найдены. Птенцы улетели. Возможно, на месте, но в Москве. А, в смысле, в городе. На дачу же не так просто попасть, правильно? Конечно. Надо пропуск соорудить. А ты щучки сфотографировал? Кого? Щучки. Какие? Там пробки. А мне кто-то говорил.
Нам надо догадаться. А что ты не догадался? А при чем здесь я? Ну, у тебя же телефон есть. А почему я должна вот все время вот что-то делать? Ну ты же мне не говоришь, что сделать. Хватит уже считаться. Не считаюсь. Самое главное, блин, вот этот вот рис, он такой вкусный. Обалденный вообще. Ребят, вы не поверите. Рис вообще вот. Напишите в комментариях, какая это по счету тарелка сейчас будет. Ну, ты наложишь мне. Еще? Да. Че, еще съешь? Ну, я хороший мальчик. Я все доел. У нас там 5 литров. Выпить? В этом смысле мы нулевые. Ну, помидор же есть. И плохо не станет? Станет. Может, ограничить? Нет. Меня, блядь, Путин Собяниным ограничивает. Еще ты давай меня ограничивать. В этом плане ограничено. А в чем? Я же должна отвечать за это. Ну, конечно. Ну. Тебе не должно быть плохо. Сколько класть? Немного. Столько? Ну да. На, тарелку свою держи сам. Начинает мне тут. Да хуя проба. Фу, чё. Чё, уже всё съели? Нет, наоборот, ещё больше. Ну, хорошо. Горшочек не вари, скажи. Ну, вообще. Вот так вот делают. Офигенно. Если из-под низу кладу. Давай, давай, конечно. Там самые... Я не знаю, попадется тебе чеснок или нет. Да бог с ним, чесноком. Ой, вон чё. Вот так весь карантин. Оставшийся. Ну, у нас туалета нет нормального. Соседям пойдем. Сапожков. Один с фонариками. У них такой же. У всех такой же. У всех одинаковое. Потому что это дача. Ну, да, давай выпьем. Потом покуришь. Ребят, за вас. Это прям гастрономический оргазм. Веранда уже трещит. Это стул. Не, не мой стул, а на котором я сижу. Икея. Это Икея. Сейчас я отодвинусь.
Все, во, все хорошо. Что, вас выключить? Их выключить? Ну, я думаю, да. Такая тишина на улице. О, господи, это же это даже лучше, чем плов. Дети не кричат. Да. Никакой пидор, никакой рэп не слушает. Газону косилки. Никакой пидорской машины. Выключены. Пилорамы выключены. Че шумит? Пойдем их застрелим. Не, пусть. Пусть шумят. Но все равно такое безветренная погода. Сырость. И мокрицы. И улитки. И улитки. Их много. Улитки с пивом нормально. Я не буду их готовить. Мне или это не те? Нет, там есть 8 видов улиток, которые едят. Ешьте, не улитковек. Я не буду никого травить. И здесь осталось только... Блин, орехи вообще прям... Вот орехи... Пропитались. Они заменяют... как он, горох. Да, вот этот вот. Нут. Я даже думаю, что это не нут. Вряд ли у них есть нут. Не, у них он как раз растет. Ну не факт, но мы же не знаем. Ты знаешь это достоверно? Нет. Вот, видишь? Поэтому я так и говорю. А вот эти вот сухие кишки, так. Они реально как бы... Абсорбируют. Нет. Доводит настроение этой еды до оптимального. Здесь не хватает только... Айвы. Я тебе больше не положу. Ну нет, так нет, что. Сразу сказал, что нет. Ну все, кто считал, молодцы. Кто не считал, я сам скажу. 4 тарелки я слопал. Вот. Вискарь тоже кончается. Мне не надо. Короче, спасибо за просмотр. Да. Плова мне больше не дают. Алкоголь весь кончился практически. Посему, ну, до встречи. В следующих этих, как ее, роликах. То, что есть. Шмоликах. Давайте. Господа, удачи!